Такие тонкости боксерские показать. Есть Макс. Есть всегда классика, есть бокс, который есть всегда тонкости. Всегда бокс, и главное не пропустить. Вот это самое главное в боксе. Ударить всегда можно научиться, главное не пропускать. Поэтому любая комбинация, которую мы с Сашей делаем, показываем, это всегда уход с линии атаки, чтобы голова все время уходила, ты можешь, чтобы ты попадал. И главное, само в этой комбинации, главное, чтобы у нас не было никаких ударов пробочных. Вот я как-то вам показывал одну комбинацию, она была обычная, простая, вот она. Вот мы боксируем дистанции, уходим на, вызываем как бы соперника, раз, человек кидает лево, уходит, и вот есть прямой удар. Это обычная классика. Мы его сейчас чуть-чуть закручиваем. Вот смотрите, медленно показываем. Вот, вызываем, уход, и вот он. Смотрите, раз, вот в этот момент, вот мы ушли чуть-чуть с линии атаки, в этот момент может последовать правый удар. Видите, вот он как получается. И медленно, еще медленно. Раз, раз, хоп, вот он идет, видите? Мы должны уходить. Если мы просто бьем прямой, просто можно встречный кидать, можно попасть, всегда можно попасть. Вот, поэтому суть будет заключаться, вот она. Боксер, хоп, мы вызываем, допустим, на дистанции. Уходим, человек обязательно будет атаковать. Раз, приседать, не уходить назад, сильно не падать. Уклон. Вот смотрите. Хоп, приподнялись, ушли вниз. Вот он. Раз, раз. Вот он. И прямо боковой. Не боковой, он идет как кросс. Не боковой. Кросс. Прямой кросс. Вот он идет. Раз, понял? Видите? Вот он. Хоп, хоп, хоп. Потом обязательно, вот когда ударит, вот он должен обратно выходить. Поняли, да? Вот. Быстро он как проходит? Вот. Хоп-хоп-хоп-хоп. Вот он. Хоп-хоп-хоп-хоп. Все, вот он отдал. Видите? Опять мы закрылись. Вот он еще. Хоп-хоп-хоп-хоп. Делаем вот. Хоп-хоп-хоп. Уходим, да? Вот он. Вот. Право. Бросаем. Хоп. Вот он удар. Вот это, в этой атаке, основной вот этот удар. Во все это. Хоп-хоп. Так, ушел. Вот он. Раз, видите, движение. Легко кидаете его. Кидаете, прячете за плечо. Хоп. Вот он. И вот плечо. Вот он. Все, поняли, вот. Быстрее работает. Хоп-хоп-хоп. Вот он. Уже. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все, вот прямой. Научимся правильно жестко бить право прямой. Чтобы жестко бить право прямой, должно быть обязательно складываться спиной. Чтобы складываться спиной, должно быть вот этот разворот. Можно просто лево-право, ударник нормально не получится. Вот смотрите. Оп, вот оно движение. Шаг. Раз, плечо, прям, чтобы у вас как бы касалось подбородка. Раз, вот он. Раз, вот это плечо окажется сзади. И отсюда уже разгон будет. Вот. Раз, хоп, прямой. Вот он. Раз, хоп. Вот смотрите. Начальное движение. Вот он. Хоп, шаг вперед. Хоп, бедро вперед. Вот это бедро. Хоп, вот видите вот. Хоп, хоп, вот он движение. Смотрите. Хоп. И плечо хоп. Завели. И право. Тогда право жестко получится. Вот смотрите. Хоп, вот он. Хоп. Хоп, вот движение. Бедро вот так. Раз, вот движение. И правый. Тогда правый жестко прямой получится. Давай. Давай. Есть удар. Мы бьем его. Лево, правый. Вот смотрите. Сейчас будем бить вот это снизу удар. Очень хорошо. Макс, проходит. Подожди, а? Против левши проходит. А вот смотрите. Лево-лево. Дали дистанции стоит. Лево-лево. Правый. Право. Легко. Раз. И ушли. Вот, ушли. Бьем вот снизу, смотри, снизу. Корпус, да, в сторону. Вот он. Так. Хоп. Как будто. Вот он. Смотри. Смотри. Хоп. Вот эта рука, видите, здесь? Вот здесь. На всякий случай оставить. Смотри. Вот он. Так. Хоп. Ушли. Обязательно уход. Смотри. Так, легко, хоп,
тело, смотри. Вот чуть-чуть уходит и голову сюда. Так, уходит, вот. Просто чуть-чуть сюда смещает и голову.